Эдуарда Успенского проводили в последний путь. Не всякому детскому писателю посчастливится войти в историю. Эдуарду Успенскому с его Чебурашкой, крокодилом Геной, дядей Федором, старухой Шипокляк, почтальоном Печкиным и котом Матроскиным удалось, несмотря на то, что конкурировать ему пришлось с несметной плеядой известных советских писателей, живых классиков. Самого популярного детского писателя России проводили в последний путь достойно. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Отпевание в храме на улице Рябиновая. Похоронили Успенского на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с писателем Владимиром Войновичем и Дмитрием Брусникиным. Искренние соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!